Нурбиби Нуркадилова шокирована заявлением Хамитова. Хуат Хамитов сегодня сообщил, что открывает партию под названием «Единый Казахстан». Как пояснил боец, в нее может вступить любой желающий. Новость облетела просторы Казнета. Естественно, нашлись те, кого данная новость удивила. Представительница нетрадиционной ориентации Нурбиби Нуркадилова опубликовала пост в Инстаграм, в котором написала свое мнение по этому поводу. Напомним, Нурбиби была возмущена словами бойца, когда тот оскорбил геев, назвал их хуже собак. Молодая женщина открыто ответила ему у себя на странице, что привело к массовому обсуждению его высказывания. Представители нетрадиционной ориентации стали благодарить Нуркадилову в директе и рассказали ей свои истории, отметив, что она единственная, кто открыто дал отпор самому Хамитову.